Каким был Юрий Гагарин? Об этом рассказывали его друзья. Юра читал много книг, занимался в разных кружках. Он записался в драм-кружок и хор, играл на трубе в духовом оркестре. В комнате общежития часто читал ребятам стихи и басни. Когда папа спросил у Юры, как ты все успеваешь, в ответ услышал: главное правильно распределять свое время. Молодой Юрий оставался ребенком, искренним и добрым. Когда приходили посылки с гостинцами, некоторые ребята прятали их в тумбочку под замок. А Юрий собирал своих соседей по комнате и при всех открывал ящик, чтобы угостить ребят.